What? No flowers? I didn't know it was your funeral. You're a regular comedian, Tony. Real funny guy. The Ferrellis are getting serious. They're running arms and taking a cut of the merchandise themselves. Tooling up for trouble. They're moving the guns to Fort Staunton in trucks. It's been a gas. Likewise. Всем привет, дорогие друзья, с вами Старгуми, мы продолжаем проходить игру GTA Liberty City Stories, и эта миссия настолько короткая, что я даже не успею упомянуть звонок МакЭфри в конце прошлой миссии, который снова назначил Тони встречу и слил довольно-таки полезную информацию о Форелли, якобы они настроены очень серьезно и уже закупили огромные партии оружия, перевозящиеся прямо сейчас на грузовиках Форт Стаунтон. А, нет, успел. Короче, инфу получили, супер, значит снова садимся на мотоцикл, который кто-то любезно каждый раз нам оставляет, затем едем к движущимся красным точкам на радаре, ну а потом хватаем в руки гранатомет и спокойно высаживаем его заряды в ничего не подозревающие грузовики. Правда, как грузовики могут что-то подозревать? Водители скорее, но вы же не тупые, и так все поняли. А, да, еще важный момент. Если вы будете пинать хер, то миссия может провалиться из-за того, что они достигнут места назначения. Очень неожиданно, конечно, да, я согласен, но все-таки вы лучше поторопитесь. Но мне лично уже ничего не страшно, так как первый грузовик уничтожен, а на очереди второй и последний. Кстати, прикольная закономерность, за первый грузовик дали 2 звезды, а за второй эти звезды сняли. Но это уже не важно, потому что миссия выполнена, так что всем спасибо за просмотр, с вами был Старгуми. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, вступать обязательно в мою группу ВКонтакте и, конечно же, ждать новые видео. Всем удачи и до скорого. Matter that requires your particular skills. Please call me at my office as soon as you can.